Всем привет, с вами Ян. В этом видео мы продолжаем разбирать торговую систему двойного канального диапазона. На прошлом занятии мы познакомились с ее основными правилами, а именно с тем, как строить наш канал, который помогает нам отрабатывать сделки. Мы знаем правила двойного диапазона. Собственно, по доллару-франку данная сделка практически была отработана. Напоминаю еще раз, как мы входили. Вот у нас старый канал. Правило гласит, что при пробое этого канала вниз, выход цены за так называемую область шума, мы достигаем примерно нижней границы данного канала. Ну, в данный момент времени пока граница не достигнута, но тем не менее уже около 25-27 пунктов цена прошла в нашу сторону, поэтому можно смело фиксировать свою позицию, либо переводить в безубыток, либо закрывать часть сделки и переводить оставшиеся в безубыток. То есть вариантов много. Сегодня мы поговорим вот о чем. Это сценарий как бы понятный, хороший, здесь все логично и продумано. Но бывает, конечно же, таким образом, что даже при пересечении области шума цена не торопится закрывать нижнюю границу, а возможно будет идти наверх. Как поступать в этом случае? Так вот, в этом случае нам очень сильно помогают как раз эти самые уровни, о которых я вам рассказывал в прошлом занятии. Мало того, что они определяют еще и направление тренда, определяют, в какую сторону нам необходимо торговать, так они еще нам дают отличные зоны долива, где мы можем нашу позицию усреднить и закрыть максимально правильно и максимально быстро. Например, вот здесь, да, то есть если сейчас цена, например, пошла бы не вниз по нашей системе, а наверх, то в этом случае мы бы сделали первую доливку как раз около уровня H1. Следовательно, вероятность того, что при касании ценой данного уровня цена начнет корректироваться вниз, очень велика, ну, процентов, наверное, 85-90, что так будет. Тем самым у нас уже есть первый шанс закрыть нашу вот эту вот неправильную, скажем так, назовем ее сделку, ну, либо в плюс, либо в безубыток, тут уж как хотите, да, смотря какими объемами будете открывать доливочную сделку. Эти две сделки закрываются здесь, допустим, в плюс. Если же цена пошла дальше наверх, как ведет себя обычный трейдер? Он начинает паниковать, он не понимает, что делать, он ставит доливки, совершенно не понимая, где их необходимо ставить, ну, например, вот здесь, на этом участке, либо вот здесь, например, да, то есть ориентируется на какие-то локальные максимумы, которые показывала ему цена, ну, а цена дальше продолжает идти. То есть здесь нужно четко знать, где лучше поставить доливку для того, чтобы однозначно гарантированно выйти с рынка в плюс, либо в какой-то там, ну, небольшой, может быть, убыток, не дожидаясь каких-то огромных там катастрофических потерь. Так вот, можно с вероятностью 95-98% сказать, что вот при уходе цены сюда, уровню H4, вероятность коррекции достигает 98%. То есть вот у вас второй шанс закрыть эту сделку в плюс. Это была первая возможность. Если цена все-таки пробивает, вот это вот вторая возможность, более гарантированная. Но и та, и другая, они отлично отрабатывают. И третья возможность максимально эффективная. Даже если цена пробивает этот участок, у вас будет возможность и еще один шанс закрыть вот эту, казалось бы, уже безнадежную сделку в плюс, даже вот на этом участке. Как это сделать, я обязательно скажу в новых видео. Вы познакомитесь со всем алгоритмом, как правильно сделать контрольную, скажем так, доливку. Обязательно я вас с этим познакомлю. Что касается ситуации по доллару-франку на данный момент времени, если бы цена пошла сюда, вот на этот участок, и здесь не отбилась, а пробила бы, то мы ориентируемся уже на закрытие вот этой границы канала. То есть, вероятно, цена уйдет сюда, и после чего начинает отбиваться вниз. Если же она пробивает, она уходит именно к уровню H4. Здесь уже с очень большой вероятностью начинает отбиваться и идти вниз в рамках уже вот этого самого канала, который мы с вами видим. Вот такого вот. Вот такая система. В новых видео мы будем обязательно знакомиться с правилами дальше. А в следующем видео я вам расскажу про правила риск-менеджмента данной торговой системы. Вы можете сказать, что какие доливки, тут же все это может потом усредниться, и вы накопите позицию огромными объемами, и все потеряете, ничего подобного. Как показывает статистика, то у меня есть несколько торговых счетов, на самом консервативном счете просадка составила не более 1% за 2 года работы. На самом агрессивном счете просадка составила около 15% при доходности за 1,5 года более 800%. Выводы делайте сами. Как этого достичь, я вам потихонечку, поэтапно буду рассказывать и показывать. В следующем видео, повторяю, вы узнаете правила риск-менеджмента, узнаете, как фактически любую сделку выводить в плюс и как, самое главное, не рисковать. То есть риск-менеджмент – это очень важная
составляющие данной торговой системы. И в следующем видео вы об этом обо всем очень подробно узнаете. На этом все. Чем больше лайков и комментариев вы оставите, тем скорее вы получите новый материал по данной торговой системе. Всем пока, хорошей торговли.